вечір в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень, у вівторок, ми зустрічаємося в цій студії, щоб обговорити соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – реконструкція Соборної площі Миколаєва. Сьогодні чи згодом – окремо чи в комплексі? Я представляю вам наших спікерів. Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Та Сергій Ісаков, депутат Миколаївської міської ради. У нас были готовы документы, и учитывая то, что средства определенные были выделены, мы не могли ждать, и нам необходимо было начинать этот проект. В комплексе с Флотским бульваром мы начать не могли, поскольку есть целый процесс подготовки проектной документации, и он еще по Флотскому бульвару не завершен. По Соборной площади же документация была полностью готова, соответственно, необходимо было начинать ее реализовывать. Есть три момента, которые меня заставляют серьезно задуматься о важности и нужности реконструкции именно сейчас. Первый момент – это, собственно, сам проект. У меня вызывает очень много вопросов. Второй – это своевременность проведения этих работ. Угу. Потому что у города есть огромное количество проблем, которые сегодня нужно решать. И третье – то, как сегодня ведутся эти работы, как мы видим влияние волюнтаризма при принятии управленческих решений, и все это может привести к тому, что либо качество работ будет недостаточное, либо сроки будут нарушены. Ее действительно уже исключительно административной назвать нельзя. Сегодняшние реалии требуют от нас совершенно другого подхода. Люди хотят отдыхать. Люди отдыхают в Европе так повсюду. Мы можем посмотреть площади в Будапеште, мы можем посмотреть площади в Стамбуле. Все сделано таким образом. Подрядчики, которые на сегодняшний день работают на площади, говорят, какая будет отличная площадь, какие идеи в ней заложены. Мы нигде не реализовывали еще в Украине подобных идей. Я просмотрел много презентаций именно проекта реконструкции площади и увидел там главную фишку, которая, с моей точки зрения, заложена в реконструкции площади. Это прежде всего создание определенного шалмана из навесов, столов, стульев, пива, шашлыков и так далее. Если вот эта цель Соборной площади, то я против этого. Говорить о том, что депутаты чего-то не знали, либо чего-то не видели, возможно, не хотели знать, возможно, не хотели заниматься. Тут соглашусь, потому что это требует внимания, требует усилий и затрат определенных временных. Вот прозрачность была обеспечена полностью. Всего этого процесса. Идеи были предоставлены, притом людьми, которые имеют соответствующие компетенции. Победитель был избран. Первая премия была отдана. На основании этого был заключен договор на проектирование. Я не хочу сказать, что депутаты истинно в последней инстанции, но никакой работы с депутатами не было. Эти проекты нужно было бы нормально выносить на комиссии, которые у нас 6 комиссий, пройти эти комиссии, получить какие-то вопросы, замечания, провести по-нормальному общественное слушание, потому что худо-бедно речь идет о 100 миллионах. 100 миллионов гривен для города – это сегодня самый крупный из реализованных проектов. Это пятая часть бюджета развития города. И поэтому такие траты должны были производиться только с ведома граждан. Можем посмотреть на Барселону, на Мадрид. Они тоже вымощены в граните. Поэтому ссылка там на южный город или не южный город, наверное, не совсем правильная. Сколько людей проходит по этой плитке в Барселоне, сколько в Николаеве? В Николаеве проходит меньше. В Николаеве 500 тысяч жителей, порядке, в Барселоне. В порядке, а в Барселоне больше. Поэтому там и гранитная плитка, потому что ничего другое держаться не будет. У нас такого количества людей в принципе быть не может. Что касается деревьев в кадушках, скажите, пожалуйста, а каким образом они будут создавать тень? Собственно, для чего нужны деревья? Прежде всего, тень создавать. Как они будут работать в этом плане? С чего вы взяли, что основная задача деревьев – создавать тень? Я, конечно же, буду прислушиваться к моменту насчет зеленых зон. Я начал об этом говорить. Сергей Михайлович сказал, что это не предмет дискуссии. Но невозможно все-таки Флотский бульвар рассматривать отдельно от Соборной площади. И в том проекте, который сейчас готовит Южный город, Перцова Лариса Ивановна, она учитывает соприкосновение, она учитывает то, чтобы дух был единый. Поэтому мы будем примыкание Соборной площади с Флотским бульваром озеленять. То есть перенесем полюбившуюся часть, попытаемся сместить часть. Акцент газона на Флотский бульвар, и люди смогут там отдыхать. Поэтому вот именно на это я и уделю
Зрозуміло. Дякую, Сергій. Ну, касательно вопроса с Соборной площади Фотского бульвара, я глубоко убежден, что проект должна и одного, и второго объекта, это единый комплекс, и должна была делать одна проектная организация, и тогда мы получили единое целый ансамбль, великолепное место в городе, но, к сожалению, так не получилось, сейчас опять будет какая-то эклектика, несмотря на задачу, о которой говорит Сергей Николаевич перед проектантами. Питсумок. Я остался при своем мнении.